I don't work hard when it's easy. I put in work when it's hard. Girl, I never believed in love until I had you. I'm leaving down in heaven. Всем привет! Сейчас, пока я настраивала камеру, меня стало клонить в сон, я пригрелась на солнышке. Сегодня по большей части будет такое новостное видео. Хотела с вами поделиться радостью, которая пришла ко мне буквально пару дней назад. Та-дам! Теперь у меня тоже есть серебряная кнопочка YouTube, и я очень этому рада. Честное слово, я прыгала до потолка, когда она ко мне пришла. Сейчас, конечно, эти эмоции уже немного стихли, но я по-прежнему рада. И, конечно же, эта кнопочка награда не за мое достижение, а за наше с вами, потому что если бы не было бы вас, не было бы этой кнопочки. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Кстати, ребята, теперь я тоже есть Перископ, там вы можете меня найти как Ники Макалин. Я уже устраивала 2 или 3 трансляции и буду теперь это делать периодически. Это довольно увлекательно, и там я всегда смогу ответить на ваши вопросы онлайн. В первой трансляции многим понравилось украшение, которое было на мне, да и в прошлом видео все обратили внимание на вот эту вот подвеску, и мне самой она очень нравится. Мне кажется, она довольно оригинальная, и к тому же ее можно будет сочетать с какими-то майками, футболками. Практически все украшения у меня из магазина Lady Collection. В этот раз я тоже там совершила такой небольшой набег. Как раз к весне, лету, там появились разные подвесочки, сережечки. И я уже давным-давно хотела такую подвеску в виде нескольких ярусов. Видела подобную всяких фэшн-блогеров в Инстаграме, и она очень хорошо сочетается с футболками. Кстати говоря, не всегда хочется одевать какие-то вот эти вот воротнички, а что-нибудь такое простое и в то же время оригинально хорошо смотрится. Я, наверное, подалась всеобщей волне к стилю Boho, и этот стиль стал мне близок. Я подумала, почему бы и не попробовать. Увидела такое украшение, но пока я еще не решила, с чем его можно будет сочетать. Если у вас есть какие-то идеи, то обязательно напишите в комментариях, может быть, с какой-то майкой с глубоким вырезом, либо же наоборот. Кстати, в этот раз я увидела такой клатч, он у них довольно давно уже есть, но почему-то именно в этот раз я в него влюбилась и подумала, что он мне нужен. И вот есть же такие личности, которые в каждом видео, в каждой моей фотографии пытаются найти то, чего вообще нет на самом деле, и то, чего я даже не собиралась скрывать. И это я говорю к тому, что когда я покупаю что-то себе, Каролине, конечно же, я покупаю тоже, но не всегда ее покупки я могу показать у себя в видео или же на фотографиях, потому что не вижу в этом особого смысла. Но для тех, кто все-таки может так подумать, мы, как правило, с ней вместе ходим по магазинам, она выбирает свои вещи, я выбираю свои. В принципе, да, на этом все. Хочу еще раз сказать вам всем большое спасибо за эту серебряную кнопочку, которую мы получили вместе с вами. Обязательно участвуйте в конкурсе на блокноты и стикеры, которые сейчас проходят у меня на канале. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, если хотите быть в курсе новостей. Подписывайтесь на меня в Перископ, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!